10 ваших ошибок. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна. Я рада, что вы смотрите это видео. Сегодня мы разберем ваши ошибки. Что я хочу говорить о русском языке? Неправильное употребление глаголов совершенного и несовершенного видов. Правильно, что я хочу сказать о русском языке? Сейчас сказать только один раз. Другой пример. Я пошла и сидела на скамейку. Я пошла и села на скамейку. Это разовое действие. Значение глаголов совершенного и несовершенного вида, а также множество примеров вы найдете в моем видео об этих глаголах. Ссылка вверху. Мне очень нравится этот язык. Это мы используем с глаголом «есть» или в среднем роде. Например, «это хорошо». Это озеро огромное. Озеро – средний род, поэтому это озеро. А язык какой? Этот. Мне очень нравится этот язык. Салат из морепродуктов. Это вкусный? Салат из морепродуктов – это как? Вкусно? Если вы хотите охарактеризовать глагол, то используйте наречие. Это есть как вкусно. Но есть мы не употребляем. А если вы хотите охарактеризовать существительное – салат, то используйте прилагательное. Салат какой? Вкусный. Салат из морепродуктов. Он вкусный? Наш президент с детьми ужинает в ресторане вчера. Неправильное употребление времен глаголов. Если это было вчера, то используйте прошедшее время. Вчера наш президент ужинал с детьми в ресторане. Я очень понравлюсь Москва. Запомните, я люблю, но мне нравится. Мне очень нравится Москва, мне понравилась Москва. Или если вы никогда не были в Москве, но уверены, что она вам понравится, вы можете сказать «мне понравится Москва». Когда я вернулся раненым в Первую мировую войну, вы была рядом со мной. Вы – это множественное число, значит, вы были. Если была, тогда ты. Ты была. Я всегда не пою. У меня друзей нет много. В русском языке есть отрицательные местоимения и наречия. Используйте их. Я никогда не пою. Я никого здесь не знаю. У меня немного друзей. Я надо изучать грамматику. Со словами «надо», «нужно» используйте дательный падеж. Например, «мне надо изучать грамматику», «мне нужно позвонить». Я читаю быстрый. Используйте прилагательное для характеристики существительных, а наречие для характеристики глаголов. Я читаю как? Быстро. Машина какая? Быстрая. Спасибо, что зашли на мой канал. Если это видео было полезным, ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Спасибо. Пока.